Сергій Браніш, старший майстер групи внутрішньобудинкових систем газопостачання в Миколаєві. Працює в ПАТ «Миколаївгаз» більше 7 років. Доброго ранку, дякую, що до нас завітали. Доброе утро. Скажіть, будь ласка, як часто вам доводиться стикатися із порушеннями правил безпеки використання газу у побуті? Ну, нам приходится с этой проблемой сталкиваться ежедневно, потому что при обходах наших слесарей, при том, когда мы попадаем в жилье к нашим абонентам, примерно у половины абонентов, вот если взять там, 10 домов, 10 квартир, уже у половины из них будут какие-то порушения, так. Технические нарушения. Да. Увы, чаще всего встречается у нас это... самостоятельные замены газовых приборов, самовольные установки газовых приборов. То есть абонент, не подавая заявки там, в центр обслуживания клиентов для вызова нашего специалиста, самостоятельно где-то меняет газовый прибор свой, ту же колоночку. Понятно, все хотят что-то поставить новое, что-то не лучше. Сэкономить, не да, только где-то... ты когось так, чтобы кто-то поставил, все разумеют, что все так. Да, то есть то, что человек хочет себе поставить новый прибор, это очень хорошо, это отлично, но все должны понимать, что для этого нужно вызвать специалистов СПАТ Миколаївгазу, которые проведут эту работу качественно, которая не повлечет за собой какого рода неприятностей, то есть либо утечек газа, потому что у нас все специалисты аттестованы. Также у нас встречается, что помимо самовольных замен, самовольных установок, люди пытаются самовольно отремонтировать свой газовый прибор. Это тоже является очень таким страшным фактором, потому что ну, этому всему нужно учиться. У нас люди проходят аттестацию, ежегодно подтверждают свои знания, сдают экзамены. Поэтому лучше, чем наши специалисты, это, естественно, никто не сделает. Очень часто встречается в квартирах, что там человек делает ремонт, человек сам снимает этот газовый прибор. Потом, когда заканчивается стадия ремонта, естественно, он говорит, я все знаю, я все умею, я могу это поставить так, как оно было. И очень часто элементарный пример с той же самой колонкой, водонагреватель проточный газовый, сняли колонку, сделали ремонт и перепутали дымоотводящий патрубок, вставили уже не в дымоходный канал, а в вентиляционный, что грозит опасностью не только для самого абонента, но и для его соседей, если это брать там многоэтажное жилье, потому что у нас угарный газ попадает в общую вентиляционную систему. Я знаю, що зараз дуже активно користуються цими гофрами, якими не можна користуватися, наскільки так, я знаю. Очень часто люди используют уже для дымоотводящих патрубков гофрированную трубу, которая по факту во многих случаях является просто вентиляционной. То есть толщина стенки этой трубы при нагреве, при ее эксплуатации, она просто со временем подвергается, она рассыпается. То есть, если взять вот этот участок гофрированной трубы со временем, после ее там не очень длительной эксплуатации, и взять и посмотреть на нее на просвет, то мы увидим, что она полностью вся повреждена. А через эти повреждения, естественно, в жилье к абоненту попадает процент угарного газа. Вот чего и как бы стоит бояться. А чем тогда его заменить? У нас четко прописано в правилах, в державных будивельных нормах, что труба должна быть из кровельной стали толщиной не менее 1 мм. То есть только такую трубу можно использовать для жароотводящего патрубка. Также очень часто люди в стремлении как-то облагородить свой быт, что-то там переделать, перестроить, переделывают свое жилье, вот, кухня, убирают перестенки, делают кухню-студию. То есть у нас получается, что газовые приборы находятся в жилом помещении, чего тоже нельзя, что нам запрещает ДБН. Очень часто люди кухнями закрывают полностью газопроводы, прячут в шкафчиках свои газовые приборы, перекрывают доступ к кранам, к отключающим, чего тоже как бы делать нельзя, потому что в случае либо утечки газа необходимо перекрыть этот кран, а доступа к нему нет, поэтому там уже ситуация немного сложнее. Если это многоэтажное жилье, то приходится перекрывать краны для группы абонентов, что как бы тоже является...
определенными неудобствами. То есть если у нас проблема там на первом, на втором этаже, а дом девятиэтажный, ну, то так, у нас, звичайно, у нас, увы, да, начинают все страдать и все остальные абоненты, и быть очень благодарными своему хорошему, доброму соседу. Який сам власноруч спробував щось зробити, так? Да. Потом еще одна из больших проблем, это у нас установка витяжки с принудительным побуждением. Так, до речі, і кажуть, що не можна користуватися електровитяжкою при працюючих дымовідхідних газових приладів. Да, это правильно. Это у нас чётко прописано в правилах безопасности систем газоснабжения, пункт 6.5. Объясняю, почему нельзя. То есть у нас есть определенный объем помещения, да, у нас есть, допустим, это квартира. У нас установлена на кухне газовая колонка дымоходом, угу, и у нас установлена плита. При своей работе газопотребляющее оборудование для поддержания горения, для того, чтобы правильно сгорал газ, необходим кислород. То есть для того, чтобы у нас загорел один куб газа, необходимо 10 кубов кислорода. То есть при своей работе кислород у нас и так потребляется с помещения. Если мы включаем вытяжку, вытяжки у нас сейчас делают хорошие, мощные. Вытяжка сама по себе тоже убирает у нас воздух с помещения. При своей длительной работе у нас проходит опрокидывание тяги. То есть вот этот угарный газ, который должен выходить в дымоходный канал, он попадает в помещение. Чи є якийсь вихід з цієї ситуації, щоб залишити і витяжку? Разрешается витяжка только при установке газового оборудования турбированного типа. То есть это когда у нас принцип работы оборудования — забор воздуха с улицы и выброс угарного газа на улицу. Либо если это вытяжка, которая, ну, знаете, есть вытяжка, обычный фильтр. Обычный фильтр, да, то есть она, этот воздух берет с помещения, проходит воздух через фильтр, и он попадает, естественно, снова в помещение. То есть нет этого опрокидывания тяги. То есть... Наведіть, будь ласка, приклад, коли порушення правил безпеки могли привести до сумних випадків. У нас було буквально недавно пару таких случаев, когда вот связано с фразой, что сам поставил, и это было на Молодогвардейской. Абонент установил себе котел, подключил его вентиляционный канал, о чем я уже говорил ранее, что бывают вот такие случаи. Естественно, этот угарный газ постепенно попадал к его и соседям. Хорошо, что вовремя выявили, отключили этот прибор. Для того, щоб, ну, ми спасли. Як можна його виявити? От звичайний газ, він має характерний запах. Ти його почуєш і вже якби розумієш. А от чадний газ? Чадний газ, ви своїми свойствами, да, ми його не слышимо, ми його не видим. Єдине, що хотілося б сказати всім людям, які пользуються газовими приборами, світлодними продуктами, зарані в димоход. Тобто, якщо ви щось готуєте на кухні, або ви знаходитесь в ванні, если вы понимаете, что у вас идет головокружение, идет тошнота, вы плохо себя чувствуете, то перестрахуйтесь, пока отключите этот газовый прибор. Обязательно проветрите помещение, потому что есть возможность попадания угарного газа в само помещение. Есть также, для того, чтобы выявить этот угарный газ, есть и устанавливаются сигнализаторы газобытовые. То есть они срабатывают как и на обычный природный газ, так и он сигнализирует, когда в помещении идут выбросы угарного газа. Розкажіть, будь ласка, більш детально про зміни в плані технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Які зміни очікують в новому році? З нового року всі наші балансодержателі, собственники домов, з початку нового року будут заключать договора на проведение планового технического обслуживания либо с ПАТ «Николаевгазом», либо с фирмами, у которых есть лицензия на проведение данных работ, потому что в этом году был отменен у нас приказ номер 35 «Укргаза» от 30.07.1997 года. Потому что, чтобы сейчас все понимали, вся ответственность за эксплуатацию газового оборудования будет лежать непосредственно на собственнике балансодержателя. Ну, мы, конечно, предлагаем заключать договора с «Николаевгазом». У нас есть большой объем специалистов, которые умеют и знают, как делать эту работу. Поэтому уже многим советовал бы задуматься сейчас, не ждать начала нового года, а уже
просматривать этот рынок, уже обращаться, в принципе, если заключать договор с ПАТ «Николаевгазом», обращаться в центры обслуживания клиентов с письменными заявами. Будут выходить наши специалисты вместе с собственниками смотреть объем работы и, естественно, уже с нового года выполнять эти работы, что эта работа должна выполняться качественно. Все мы прекрасно понимаем, что при некачественном техническом обслуживании, ну, увы, у нас бывают и встречаются разные случаи, которые влекут за собой и отравление, и, увы, ну, как бы мы сейчас видим в последнее время, насколько безопасен вообще газ. І неправильно його використовувати. Щадний газ, зрозуміло, відчуваєте втому, паморщення і так далі. Потрібно провітрити приміщення, про всяк випадок, хоча от такі от симптоми, вони часто зустрічаються при різних хворобах. А ось, якщо почув запах, звичайно, побутового газу. Ми всі знаємо, що потрібно дзвонити 104. Так. Але чомусь не всі одразу реагують, одразу це роблять. Обязательно нужно позвонить на 104. До этого обязательно необходимо перекрыть краны перед вашими газовым оборудованием. Обязательно проветрить помещение. Ни в коем случае не пользоваться никакими электроприборами. То есть все, что необходимо сделать абоненту, это в первую очередь перекрыть краны. Сразу проветриваем помещение, звоним 104. К вам приезжают наши квалифицированные специалисты, которые все сделают, устранят утечку, проведут повторный инструктаж, и все будет хорошо. Это может быть не лише від плити, так? Это может быть и в колонке десь там пропускает. Да, это может быть, в принципе, как и на отключающих устройствах перед самими приборами. Это как могут быть на... Увы, встречается и на сварных соединениях, на муфтовых соединениях, которые есть в внутридомовой системе газоснабжения. Поэтому... возможных причин возникновения утечки газа в самой системе, увы, достаточно, потому что только на одной газовой плите у нас встречается, ну, у нас есть 5 кранов, через которые возможна утечка газа. Там десь духовку забув. Да. Десь, можливо, якась каша залила, так? Бывает и такое, поставили там быстренько там молочко прокипятить, ой, сейчас телевизор надо посмотреть, очень интересная передача, оно, естественно, заливает это все. То есть пламя гаснет, і у нас попадає в приміщення вже газ. Дякую, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Сергій Браніш, старший майстер групи внутрішньобудинкових систем газопостачання в Миколаєві.